Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы говорим о зрелости христианина. Первое, о чем я хотел бы поговорить, и, наверное, основное, самое главное, как квинтэссенция всего, это зрелый человек, он способен любить. Вообще, любить кого бы то ни было, это признак зрелости. Если вы не любите, вы не знаете Бога. Если вы не понимаете, что такое любовь, вы не знаете Бога. Зрелость без любви немыслима, наверное, принципиально. Однако, если вы посмотрите в окружение свое, вы посмотрите на тех людей, которые вас окружают, то вы обнаружите, что не всех вы любите. Не все люди для вас дороги, не для всех людей вы готовы быть служителем. Это говорит только о том, что вы еще недостаточно зрелый человек. Именно способность любить, которая, кстати, не приходит сама по себе. Любить — это не просто говорить хорошие правильные слова или держать определенную дистанцию, чтобы объект любви вас не раздражал. Любить — это активно искать служение этому человеку. Если вы не готовы служить каждому, кто приходит в вашу жизнь, вы еще не являетесь человеком любви, и, соответственно, до христианской зрелости нам с вами еще очень далеко.